Всем привет, вы смотрите Yem It's Game, Mortal Kombat 10, глава 4, Кунь Цзинь. Поехали. Ну не знаю, я думала, тут небо фиолетовое или еще что-то. Не нужно верить всему, что видишь в интернете. Тебе откуда знать, эксперт? Летописи Шаолиня я много узнал о внешнем мире. Реальный опыт ничем не заменишь. И почему, когда ты... Тогда ты наш командир. Мы с вами отправились во внешний мир, ребятки, вот этим вот отрядом новичков-новобранцев, так скажем. Думаю, Ли Мэй говорит правду. Вторжение нарушит пакт Рейко. Ведь выходцам из внешнего мира всегда что-то там, где-то там. Но если внешний мир наш союзник, почему он не помог нам в войне с преисподней против Куан Чи? Против исчадий ада? Вроде отца Кейдж, козел. Айсхол. Это не союз, а пакт о ненападении. Внешний мир нам не союзник. Ты мог бы выразиться мягче, учитывая обстановку. Объясните, что вам нужно и почему мы должны вас убивать. Потому что, видимо, не сможете просто. Я вижу тебя насквозь. Ты не из внешнего мира. Я из земного царства, как и ты. Из внешнего мира мой наниматель, Каталь Кан. Как? Так что я теперь тоже из внешнего мира. Что вам нужно? Мы посланники. Нам нужно встретиться с Каталь Каном. Вот, у нас есть печать Рейдена. Такую штуку я могу купить вон в той лавке. У нас на Арбате тоже можно купить, и не только на Арбате. Послушай, ты можешь арестовать нас, убить, но если мы говорим правду, тебя накажут деньгами. А то и похуже. Ты отведешь нас к Кану, а я скажу, что ты нас взял. Можешь получить премию, ты ничего не теряешь. Знаете, кого он мне напоминает этого? Диану Джонсу. Follow me, следуйте за мной. Пойдем. Что-то у меня такое ощущение, что сейчас будет с ним кто-то драться. В эти тревожные времена мы должны считать любой ресурс оружием в руках нашего императора. Брать что-либо без его позволения, значит красть из руки самого Каталь Кана. Посему, признанный виновным в воровстве, карается смертной казнью. На Индиану Джонсон похож, вот на кого он похож. Приговор будет исполнен немедленно. Отрубите ему голову. Смерть. За мелкую кражу? Не забывай, где находишься. Джин? Дзинь! О, сейчас будет драка. На тебе. Как он орудует-то своим луком, а? О, тёлка получила по щам. Беги отсюда, быстро. Я знал, не надо было тебе доверять. Ну давай, урок доверия от наемника. Ха, не смеши мои подковы. Учиться никогда не поздно. Давай, сейчас тебя научу. Так, подожди-ка. Сейчас мы посмотрим, что у нас там. Так, специальные, ногой вверх. Вот, шаолинский бросок. Смотрите, все вниз. Еще восходящий удар на А. Вниз Б и восходящий удар на А. Хорошо. Давай. Ай. На А. Сейчас. Ой, что ты так заглючил-то? И теперь нам туда идти нельзя, я так понимаю. Так. Стреляй. Почему ты не стреляешь? Так, давай, суперудар наш. О, попал. Бум. Что-то, ребятки, FPS жутко проседает, не знаю почему. Красиво, кстати. Очень красиво, мне понравилось прям даже. Так, что такое? Я не нажимал. А, не успел стрельнуть. Вот, стреляй. Как я стрелял только что, недавно до этого? Ну ладно, и так пойдет. Слушайте, а нормально такой, этот, стрелопел. Сейчас. Ой. Монетку. Давай. Сейчас я тебе надаю по щам. Вот так, хорошо. Оу, потише, чувак. О, дерзкий тоже этот. Ай. Иди отсюда. Оп, ай, не успел, не добежал. Стой, подожди, там у меня все на Б. Вниз Б. Вниз Б и еще РТ. Можно так. Давай, давай посмотрим, как он берет. Ой, не успел. Это его... Сейчас я попробую. Вот так. Ой, хорошо.
На! Давай еще разочек. Ага, сейчас. Ага. На! Удачи тебе, друг. Я быстро схватываю. Угу. Ребят, не знаю, что-то подтормаживает иногда периодически. Почему, не знаю. А, я, наверное, знаю, почему у меня там рендер, наверное, идет. Что-то я, да. Heavy Timber! Поиграем, Тор. Ни хрена себе, Тор, я другой фильм смотрел с Тором. А, не могла попросить пони. Я так понимаю, ты в летописях это тоже читал, да? Давайте, все дружно. Огонь. Отлично. Сейчас на что? На А. Ну ладно, хорошо. Эхо-муха, что же он им всем дает-то по щам? Ой, давай, стреляй в мелкого пиздюка. Отлично. А кто им теперь управляет? Так, я сейчас должен буду увернуться, мне кажется. Нет? Ищешь проблем, тощий? Проблемы тебя нашли. Ха, мне нравится этот малый, он такой самоуверенный. Че, нам драться с ним? О, ты че? Ёбу, что ли, дал? Быстрый-то какой. Стоять. Ой-ой-ой, какой же он, блядь, массивный-то, а? Давай на Б. Вниз, вот, хорошо. Вот так, хорошо, отлично. Ай, надо было не прыгать. Он пробивает блоки, нет? Ого. Здоровый тип. Я охренею, ты посмотри, какой он здоровенький, а. Ой, жесть. Ай-яй-яй. Сейчас тебе. На. Но я его не убью, у меня очень мало хп. На. Говно малиновое. Сейчас должен успеть, должен успеть. Ай, не успел, все, мне жопа. Ладно. Ой. Давай через блок будем. Ага. На. Давай еще через блок. Как-то слабенький у него апперкот, ребятки. У тех был сильнее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подожди, подожди, подожди. Ладно, сейчас. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Потише, чел. Ой, бля. Охренеть, он здоровый. Так, да подожди. Да подожди. Стой, стой. Я ни хрена не могу сделать. Фу. Пошли, 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 мелкий. Ладно. Сейчас тебя устрою. Вставай. Повторить попытку. Фу. Он быстрый. Я даже так и не ожидал, что этот здоровый такой свинопас будет быстрым. Настолько. Да, ищу проблем. Да, да, да. Давай. Давай. Ага, сейчас. На. Давай. Ой! Он меня поймал. На! Говно малиновое. Сейчас еще раз. Да блин, я не успеваю. Вот, давай. Да чтоб тебя. Он меня только хапает, ребятки. Одно и то же делать постоянно. А, заблокировал, сука такая. Да ты ж посмотри, а. И давай еще дальше, продолжай комбинацию, давай. Не хочет. Да что ж такое, подождите. Что-то мне это не то. Специальные приемы. Так. Бросок, бросок. А, вот, восходящий удар. АРТ. О, еще есть через X. Хорошо, сейчас попробуем. У него через X все. Давай попробуем. Бляха-муха, он одно и то же постоянно делает. Только хапает меня. Ладно. Сейчас мы через X попробуем. О, через X-то как можно. На. Давай, назад, вперед, X. Да ты ж посмотри, а, говно. Он мелко в основном запускает, а. Назад, вперед, X. Назад, вперед, X. Что-то он только у меня прыгает постоянно. Во. Нет, не получилось.
Мелкий пиздюк. Все испортил. Блять, а ты заколебал. А, не успел стрельнуть. На. Ну, я его, конечно, не добью. Но, может быть, получится хоть что-то сделать. Уже будет чуть проще. Садись. А, да как? Ну, что он сразу берет меня? Я даже не успеваю, во-первых. Да давай! Сука, ну как так, а? Охренеть! Не-не-не, какой пропустить будет еще? Повторить попытку. Мы не можем так просто. Фу, сложный паренек-то. Мелкий. Да все, не... Че с ним? Иди нахер отсюда. На, еще, давай. А, не успел, сука. Давай, и вот этой херней. Давай, 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 давай. И жужи, жужи, жужи. Ой-ой-ой, что-то он разозлился, по-моему. Давай, давай, бери его. Отлично. Стой. Блять, пробило. Иди отсюда. Так, давайте апперкотом его хотя бы один раз добьем. Рентген. О, добью. Добить должен. Да, добью. Это очень хорошо. Первый раунд за мной. Фу, дальше будет сложнее, конечно. Давай. Сверху пробивает. Зараза такая. Давай. Вот так, надо вперед. Вот. А, это Б. Стой, мне нужен X. Вот, X. И вперед. Вот, хорошо. Смотри, какая. Классный прием, блядь, не успел. И бери его, бери. Ой, что-то он разозлился, по-моему. По-моему, мне друшли. Нет, кидай эту херню. На X. На X, на X, на X. Ой, у него рентген появился. О. Фу, блядь. Получилось. Рад бы познакомиться поближе. Жаль, что ты... Не успел прочитать. А мелкий пиздюк живой, да? Ну, мелкого пиздюка-то добей, стрелу ему в... куда-нибудь. Стреляй сразу, 15 стрел, давай. Нет? Ну, куань дзинь. Дзинь в куань. Чего? Я ни хрена не могу понять. Вы вмешали дела внешнего мира, это карается смертью. Кажется, где-то я уже это слышала. Однако, поскольку мы уважаем Пакт Рейка, мы изменим императора, подождите его здесь. Я тоже так буду. Как я, она... Зубы наточила себе напильником. А может, пользуясь случаем, объяснишь, каким местом ты думал, наверное? Не понимаю, как можно рисковать войной между... Потому что не все воры неисправимы. Ты веришь, да? Ну хорошо, верь дальше. 5 лет назад. Он, видимо, был вором, да? Да. Был вором, и он исправился. Теперь понятно. Чё ты украл? Картинку? Колбочку? Старые добрые знакомые наши, еще из первых частей. Это разве он? Как-то он здесь постарее выглядит, чем 5 лет спустя. Статуэточку какую-то скрысил, а? Мелкий пиздюк. Ну, кто-то же его должен спалить, нет? Долго ты любоваться-то будешь той статуэткой? Рейден, эта вещь дорога мне, скорее как память, чем в качестве вложения. И все-таки не стоило ее воровать. Это семейная реликвия, нельзя было отдавать ее тебе. Оп, оп. Твоя семья почтила меня этим даром в память о твоем двоюродном брате Лао. А ты виноват в его гибели, ты заставил его биться с Шао Каном, а потом просто смотрел, как этот ублюдок свернул ему шею. Ты зашел слишком далеко, Кун Цзинь. Недостаточно далеко. Ага. То я сейчас должен драться с Райденом? Ну давай.
ты извини, конечно, Райден, но... О, вот это было эпично. На. Что-то у него сейчас другие приемы. Так, а ну-ка возьми-ка эту херню, на. А, не успел взять. Вот, теперь взял. Вот так, хорошо. А-а-а! Зараза, он со своими этими полетами через всю карту летает. Вот так и супер удар мой. Отлично. Сейчас прикольно даже получилось, мне понравилось. Да. Не сдохнет. Нет, не сдохнет. Оп. А, нет, сдохнет. Все, нормально. Одну третью часть хп съедает к чертям свинячим. Ой, стой, стой, Райден, подожди, Райден, как тебя там, удобнее тебе. Так, хорошо. Ах, попал. Воу-воу-воу, нифига у меня. Да подожди. Подожди. Вот так, хорошо. Ах, не успел. Ладно, сейчас. Вот, и ах, не успел опять. Да что ж такое? И давай ему снизу апперкот. Вот, хорошо, отлично. Вот так. Вообще охренел. Ну, он легкий какой-то. Либо это я уже крутой. Просто отпусти меня. Дал по щам, типа, просто отпусти. Ой, здрасте. Кум Лао, descendant of the great Кум Лао. Common thief. Did you think you could walk unimpeded into my temple and walk out again? Бля, ребятки, сори за такое подлагивание. У меня, видимо, там Рейден. Рейден. Неужели ты думал, что сможешь свободно проникнуть? Ты хотел, чтобы я напал на тебя? Зачем? Чтобы высвободить твой гнев, чтобы ты смог спокойно меня выслушать. И чтобы почувствовал себя полным дерьмом. Ненависть тебе всегда была твоим несчастьем. К себе. Для тебя есть другой путь. Путь, достойным славы твоих предков. Путь, достойный тебя. Отправляйся в Академию Вунши. Вступи в Орден Шаолинь, как никогда сделал Кун Лао. Я не могу. Они не примут меня. Для них важно лишь то, что в твоем сердце, а не то, кому она рвется. Боюсь, уже поздно. Держи. Никогда не поздно, Кунь Цзинь. Наставил тебя на путь истинный, Рейден. Меня встревожили вести о беженцах. Я не знал об их исходе в земное царство. Однако я знаю, что не приглашал гостей из земного царства, особенно тех, кто препятствует свершению правосудия. Откуда мне знать, что вы не сообщники Мелины? Возможно, обретя новую силу, она нашла и новых друзей. Друзей? Нет, нет. Мы даже не уверены, что амулет щенка, который у нее, она использует амулет щенка против меня. Тот самый предмет, который земное царство клялось хранить и беречь. Внешнему миру даже не предложили. Напали на нас, а не на вас. Каталькан. Огонь. Опаляющий солнце. Мы здесь, потому что разделяем твою тревогу в связи с пропажей. Нет у нас мысли поколебать твое владычество. Хотя бы один обитатель земного царства умеет найти слова, ласкающие слух. Увы, я помню поговорку земного царства: вора найдешь больше чести, чем у дипломата. Мне выпала сомнительная удача быть тем и другим императором, но я говорю правду. Вы союзники Мелины. Привести приговор в исполнение. Блин, контроллер. Опять садится. Что-то я забываю его ставить. На этот самый. На паузу. Ой, на паузу, на зарядку. Каталькан, согласно закону внешнего мира, я требую права на защиту. В битве. Что? Ты хочешь сразиться? Поединок? Чтобы снять с нас все обвинения. Отказ такой просьбе. Бесчестие для обвинителя. Ты многое знаешь о внешнем мире. Учти, поединок ведется до смерти. Ну, вряд ли, конечно, до смерти. Ты ничего не выиграл. Разве что еще несколько секунд жизни. Ну давай, обкатаю сейчас тебя, катанчик.
Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты. Ну чё ты? А? Да тише ты. Да что ж такое-то? Подкинет меня наверх? Нет, не подкинул. Ладно. Ты охренел, что ли, блядь? Бог солнца, ёпты. На. Солнце бог, ёпты. Стоять на. Ха, хрен тебе. Мужчина. Стой, 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 стой. Давай. Ах, не успел. Надо выиграть и следующую. Ах, отлично. И сразу X-Ray. Свой суперудар следующий надо будет сделать. Воу-воу-воу, тише ты, мужчина. Не пробил, сука. На, говнобог. Ай-яй-яй, не попал. Тихо-тихо-тихо, на. Вот так, и давай еще. И на... Нет! Давай, апперкот, отлично. Ой, как он меня поймал-то. И я тебя поймаю. На, готов. Че выебывался-то? Что дальше, император? The charges against you are void. I say to all that Earth realm means outworld no harm. Now kill me. Убей меня. Что-то он там рассказывал про мир, про стену, и потом говорит, убей меня, я не достоин быть типа императором, походу, этих земель или что-то такое. Вместо твоей жизни я требую твоей поддержки. Если амулет у Мелины, проще будет забрать его, действуя сообща. Император, им нельзя верить. Девора, неужели ты не понимаешь? Я у них в долгу. Братуха, ты окажешь нам честь, Каталькан. Наша благодарность безбрежна, как море. Ну, море есть берега, если что. Я поговорю с генералом Блейд, сообщу о нашем новом соглашении. Спасибо, что сообщили, сержант. Оставайтесь с Каталькан. Это уже, ребятки, пятая глава, и это будет Соня Блейд. А на этом вроде бы все. С вами был Макс. Пока.